Ава, народ, с вами Анастасия. Мы продолжаем проходить игру Corpse Party Blood Drive. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что Аика, да, ее зовут Аика, я вспомнила, она попала у нас в школу чародейства и волшебства, где расчленяют маленьких школьниц. Просрала свои камешки, потому что у нас их отобрала та белокурая стерва, я не помню уже, как ее зовут, она очень похожа на Маджилу из Tales Super серии, я это уже говорила. В общем, короче говоря, нам теперь надо найти Аюми, потому что Аика считает, что у нее остались камни. Но у нас камней нету, вы помните, что мы их тоже благополучно просрали. Начальная школа Тензин, правила для учителей и учеников. Четверо детей были похищены и убиты. В стенах нашего уважаемого учебного заведения было совершено страшное преступление. Полиция собирается допросить учителей и учеников. Пожалуйста, проявите деликатность. Помните, вы говорите от лица школы. Не порочьте наше имя. Директор Такамина Янагихори. У нас есть, да, флешлайт. Там что-то валяется. Батарейки. Ух ты. Так, какие маленькие ботинки. Ну правильно, это же начальная школа. Начальная школа, но почему-то умирают тут далеко не маленькие дети. На обувных полках тут и там валяются бесхозные ботинки, покрывшиеся пылью и грязью. Ну, почему-то, я знаю почему, но все равно. Очень жаль. Вы заметили, кстати, что во всяких ужастиках, ну, смерти детей вообще никак не показывают. И вообще дети не умирают в этих... Точнее, может, они умирают, но, по крайней мере, их смерти никогда не показывают. Просто возмутительно. Кто еще такая эта Мизуки? Нива, что ты о ней знаешь? Харуюки, ты умеешь хранить секреты? Магари Мизуки — член могилы Матурбы, тайного общества, основанного от древнего ордена черных магов. Тайное общество? В Японии? Как масоны и иллюминаты, только более бесцеремонные. В отличие от известных тайных обществ, Матурба решительно и с удовольствием нарушают закон. Считается, что вся их теософия построена на текстах древних гримуаров. Ого, даже не верится, что такой человек мог затесаться в нашу школу. Это лишь свидетельствует о том, что никогда нельзя знать наверняка. Рядом с тобой может быть кто угодно. Матурбы — это еще цветочки. Ты ведь, наверное, и понятия не имеешь, кто на самом деле твои соседи. А они понятия не имеют, кто ты. А вот Саяка обо мне знает все. Ты опять про свою Саяку. Ты особый случай. Ты себя миру показываешь на 200%. Впредь будь осторожен с Магари. Больше она к тебе не будет относиться так спокойно. Магари ее зовут. Ну или это ее фамилия. Я вообще, вот в Японии я не понимаю, где имя, где фамилия. Это звучит очень одинаково. Ну или просто это у меня не на слуху, поэтому мне непонятно. Ой, это что, туалет? Да, похоже на то. Нива, мне неудобно просить, но ты не против, если я туда заскочу на секунду? Я уже давно терплю. Правда? Ну хорошо, иди, я подожду тут. Спасибо, я мигом. Хорошо, что меня не поставили перед выбором, я бы не выдержала этого. Я бы не знала, что говорить. Да или нет? Ну, там что-то валяется в раковине. Ой, блин, там что-то торчит из туалетов, обратите внимание. Ну, в смысле, из унитазов. Из писсуаров. По-моему, это писсуары. Поверить не могу, что Саяка застряла в таком старом и страшном месте. Ой. Что такое? Нива, это... Ну, это труп, да. А ты... Ты думал, куда ты попал? Он настоящий? Очень на то похоже. Ого, а это... Я ощущаю в этом кольце сильную энергию. Ты уверена, что оно не опасно? Да, да, не беспокойся. В самом кольце нет ничего необычного. Неприметное дешевое ювелирное изделие из конвейера. Но вот конкретно это кольцо хранит в себе отпечаток бесчисленных печалей своего владельца, что делает его воистину знатной собственностью покойника. Одно из лучших. Ты возьмешь его с собой? Конечно. Такая зловещая собственность покойника – штука редкая. Уверена, мы найдем тут еще много тех, кто умер в полном отчаянии. А где отчаяние, там и находка свежего калибра. Если ты увидишь других мертвецов, дай мне знать, хорошо? Капец, она ненормальная. Ладно, но не забывай, мы тут не за этим. Мы должны спасти Саяку и Саиноки. Поняла? 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 На полу рядом с другим лежит бейджик. С трупом. Да что ж ты... Да.
Не обессудьте, у меня сейчас 9 часов вечера, я записываю после работы, я уже заболталась. Подготовительная школа Ивагава, класс 1Б, Ука Эйп. Истек кровью, получив ножевое ранение в горло. Зашибись. Я так понимаю, его убил кто-то живой? Извини, что заставил тебя ждать. Ты все? Тогда пошли. В смысле заставил ждать? А ничего, что она за тобой пришла? Там что-то валялось, я обязана это проверить. В раковине что-то лежит. О, бинтик. Бинтик, это хорошо. Кран в конец проржавел, лучше его не трогать. Ага. Вот эти вот штуки тоже лучше не трогать. Господи, что ты меня пугаешь-то? Там ничего нету? Нет, ничего. Ладно, идем. Так, только вот не впишись вот в это вот кровавое дерево. Кровавые деревяшки. Ой, походу тут за нами кто-то будет бегать. Я уже горьким опытом научена, что если тут везде валяется эта хрень, да еще и трещины повсюду, скорее всего, кто-то будет за нами бегать. Признай, что ненавидишь своих друзей. Рано или поздно вы поубиваете друг друга. Ну, похожую запись мы читали, кстати говоря, в первой части. Что это? Ого, какая восхитительная злоба. Какая ненависть. Такая ярость. Кто бы это ни написал, наверняка окончательно слетел с катушек. Это письмо само по себе просто чудесная собственность покойника. Хочу его. Нива? Проклятое письмо получено. Презрение, жалость. Чудесно. Знаете, меня это настораживает, потому что мне кажется, если она сейчас понапихает себе таких вот вещичек в карман, то потом за нами призраки будут охотиться только так. Такое тоже может быть. Я, вот о чем я и сказала. Похоже, покойник, которому принадлежало письмо, не очень обрадовался моему восхищению его страданиями. Из бумаги явилась черная тень и готовилась напасть. А вот и нет. Это вовсе не было проблемой. Я быстро вытянула талисман из своего пластикового кошелька и хлопнула им по лбу бросившегося на нас привидения. Серьезно? Мать, ты где раньше была? Нам такая подготовленная девка не помешала бы. В коридоре раздалось эхо звука, похожего на звон стали, и темная сущность была заключена обратно в проклятое письмо. Вау. Вау, в том-то и дело. Мы тут не добыча. Мы охотники. Ну, знаете, мне кажется, ей будет вести до поры до времени. В конце концов, это обычный призрак. А если им та же Сачика встретится, то это будет пипец. Все еще размахивая кошельком, я встала в анимешную позу и победоносно улыбнулась. Ты есть аниме? Ну, почти. А знаешь... Сайноки тоже любила эту победную позу. О, неловко вышло. Это же... Давай поскорее найдем какую-нибудь вещь Нахо. Собственность покойника. Ты ведь не собираешься причинять Нахо вред, как этому привидению? Ну, так это же только от нее зависит. На самом деле я была в бешенстве из-за гибели Нахо. Я просто не показывала этого. Что это такое? В школе Тензин преследователи будут на вас нападать. Если они до вас дотронутся, у вас уменьшится здоровье и увеличится степень затемнения. А, да, то самое затемнение. Если же у вас есть талисман, он изгонит преследователя. Имейте в виду, что на изгнание каждого духа расходуется один талисман, так что следите за их количеством. Получено талисман. А где ты его получила-то? Так. За нами будут охотиться. Это меня уже очень радует, блин. Так, тут лестница. Ну, давайте пойдем наверх. Аккуратненько. Аюми? Аюми Шинозаки! Саяка! Саяка, выйди к нам, пожалуйста! Я никого поблизости не ощущаю. На удивление, тут ни души. Может быть, дело в том, что теперь сюда можно попасть только с помощью камней? И нету такого наплыва жертв, как раньше. Это, конечно, хорошо, только это значит, что никто не придет нам на помощь в случае, если она нам потребуется. Где же ты, Саяка? Ты, наверное, совсем одна там, испуганно дрожишь в темноте. Саяка, пожалуйста, отзовись, Саяка!
Мне кажется, она уже мертва, не? А это что? Что такое? О! Прямо Алиса Америка на маги. Стены, смотри, что это? Может быть, нирвана распадается? Что бы это ни было, оно отвратительно. Почему это происходит только тут? Откуда ты знаешь, что только тут? Может быть, еще где-то? Не подходи к этому на всякий случай. Мало ли что. Что тут написано? Ничего? Ты на это никак не реагируешь? Ну и ладно, хрен с тобой. Так. Тут везде эта хрень. Смотрите-ка. Ладно. Давайте пойдем тогда вниз. У меня как бы... не особо есть такое чувство, чтобы здесь оставаться. Никакого никакой привязанности к этому месту я не ощущаю. Ой, и тут то же самое, смотрите. На полу рядом с трупом лежит бейджик. Средняя школа Сабутай, класс 3Б, Агасата Шимаза. Задушен взбесившимся другом. Класс! Смотрите, чтобы вы не были кем-нибудь задушены или убиты. Давайте сходим. Сохранимся, а то что-то мне как-то, знаете, не очень хорошо. Так. Ага. Сейчас бы провалилась. Хорошо, что провалиться в полной мере и нельзя. Но это замедляет тебя. Если ты будешь от кого-то бежать, это очень сильно тебя замедлит. Так что, наверное, имеет смысл их заранее чекать. Ну, мне так кажется. Подождите. У нас, что ли, есть только... только один? Выход сюда? А, и что делать? Ну, я до этого дотрагиваюсь. По крайней мере, ничего не происходит. Но все равно непонятно, куда бежать. Тут нет ничего. Странно. А! Какого? Нива, берегись! А? Ага, это струна! Ага, нас могли прибить. Если бы ты врезалась в так туго натянутую струну, тебя бы могло разрезать надвое. Может, эту ловушку соорудил один из пленников этой школы? Нет, не может быть. Она испускает слишком сильную духовную энергию. Значит, ловушку соорудило привидение. Думаю, да. Может быть, сама школа ее устроила. Как бы то ни было, будем считать, что нам объявили войну и действовать с осторожностью. Полностью согласна. Спасибо, Харуюки. Контакт с натянутой струной сорвет ее и сильно уменьшит здоровье ведущего персонажа. Однако можно срезать струну, не нарываясь на нее, если встать прямо перед ней и нажать кнопку. Обезвреженные струны больше не представляют опасности. А как к ней так подойти? Над полом натянута струна. Струна была аккуратно обезврежена. Отлично. С тобой можно поговорить или не стоит? На полу рядом с трупом лежит бейджик. Подготовительная школа Ивагава, класс 1Б. Казухиза Лида. Умер от болевого шока. Да уж, меня это совсем не радует. А если впечататься в эту херь, то что будет? Ой, что такое? Что это было? Там струна была, что ли? Твою мать. Серьезно, тут струна. Какого хера? Ладно. Наверное, имеет смысл все-таки освещать себе эту дорогу. Тупик. Надо возвращаться. Погоди-ка, Нива, может быть, эта доска нам пригодится? Ну, забирай. Она лежит под партами. Не думаю, что я смогу ее вытащить. Возьмешь эту часть на себя, Харуюки? Конечно, отойди, пожалуйста. Давай поменяемся местами, и я ее достану. А, ты мне предлагаешь заменить игрока? Давай. Каким-то образом Харуюки смог вытащить доску из-под горы парт. Но он же мальчик. Ой, он же мальчик. У него силы больше. Итак, тут есть долбанные струны. На кабинках были красной краской начерчены небольшие магические круги и другие колдовские символы. Окружности в этом граффити было размером примерно с ладонь.
Что это такое? Я бы не стала это трогать, Харуюки. Лучше будет не играться с тем, чего мы не понимаем. Хорошо. Там что-то лежит. На дальней стене круги были гораздо большего размера и казались куда более угрожающими. Среди них затесался отпечаток детской ладошки. Это место куда кошмарнее, чем я представлял. Интересно, где же книга теней? Могут ли эти символы быть как-то с ней связаны? Мне кажется, вполне. Вполне возможно. К счастью, замок кабинки жутким символом закрыт, а может даже сломан. Дверь не открывается. Ой, на полу рядом с трупом лежит бейджик. Старшая школа Киташира, класс 2-3, Айри Хаяза. Умер от болевого шока и обильной кровопотери, получив удар ножом в грудь. Окей. Тут нет никаких струн, тогда я не буду подсвечивать себе. На полу что-то лежит. Батарейки. Ага, батарейки. К счастью, закрыто. Закрыто. И они все закрыты, наверное, да? Ну ладно. Ладно. Мне бы, знаете, сохраниться где-нибудь. Мы не так далеко ушли, я все понимаю, но все равно как-то... Как-то мне не хочется. Может, мне с этим товарищем поговорить, не? Умрите же скорее, как все. Может, мне не стоило с ним разговаривать? Что мне тут делать? У меня есть доска. Но мне эту доску применить-то, по-моему, особо негде. Так, ну-ка, попробуй подняться. О, смотрите, еще один трупак. На полу рядом с трупом лежит бейджик. Старшая школа К. Янагия, класс 3-2. Юрина Акияма. Акияма! Из игры лжецов. Четвертована. Да уж. И что мне с этой доской сделать? Ой, тихо, осторожно. Мне надо сходить сохраниться. Сохраниться. Мало ли, может, тут струны появились, пока меня не было. А, кстати, мы сюда заходили? Я не помню. Надо попробовать. Ой. Во-первых, давай попробуем сюда зайти. Дверь как будто нарисована, ее невозможно открыть. Чё? На улицу, похоже, не выйти. Пока что, значит, продолжаем поиски внутри. Окей. Тут еще одна дверь есть. Давай сходим. Вот сюда мы еще не ходили. А, нет, ходили. Я забыла совсем. Я забыла, что мы сюда ходили. Простите, пожалуйста. Вот мне интересно, сюда можно пройти? Ай, тихо, нет. Ага. Можно пройти все-таки. Просто я даже как-то не обратила внимания на этот проход. Ну ладно. Ой, что-то мне тут не нравится. Ой, капец, как мне тут не нравится. Из класса слышно злых духов. Лучше пока не заходить туда. Ну, ладно. Мне как бы и лучше намного, если я не буду сюда заходить. Ага, провал слишком широкий, его не пересечь без какого-нибудь самодельного моста. У нас есть самодельный мост. Использована половица. Все-таки на эти штуки можно наступать. Это хорошо. Эта дверь заперта изнутри. Ее невозможно открыть. Ага, еще одна. Ну давай. Над полом натянута струна. Обезвредить. Хорошо. На полу рядом с трупом лежит бейджик. Средняя школа Эриол, класс 1А. Леона Амура. Лишилась ног, умерла от болевого шока и обильной кровопотери. Откуда они знают, от чего они умерли? Офигеть, блин. Деятели. Ой, я хочу сохранялку. Можно мне сохранялку где-нибудь поближе, а? Что это? На полу что-то лежит. Бинтик. Бинтик, это хорошо. Да обследуй ты девку. Что? Никак? На полу рядом с трупом... Средняя академия Кимей, класс 1А, Йори Сурамачи.
Употребила в пищу неизвестную субстанцию, чтобы отогнать голод, и отравилась. Да уж, это очень умная идея, что-нибудь тут жрать. Я, конечно, понимаю, что жить хочется, но... жрать тут ничего не стоит. Это уж точно. Беги, беги, все равно не уйдешь. Я догоню тебя, и ты умрешь. Здорово, даже стихи нам написала. Так, тут есть шкаф, и мне это не нравится. Зачем? Не надо пока входить. За нами пока никто не гонится, наверное. Это что, пианино? Наверное, мы рядом с музыкальным классом. Звук доносится снизу. Пойдем посмотрим. Ты что, с ума сошла? Ой. Блин, она реально сошла с ума. Сохранимся еще раз тогда. Не хочу этот диалог заново читать. Хоть его и можно пропустить. Я считаю, что сначала надо смотреть музыкальный класс. Да ты достала меня! Что ж ты такая непостоянная-то? Чё тебе сдался этот музыкальный... Что, никого? Саяка, ты там? Это я, Инумару. С чего ты взял, что Саяка здесь? Очень странно. Интересно, кто же играл? Кто тут? Саяка? Эй, Харуюки, посмотри. На Бетховена. О, ну и жуть. И что теперь? На полу воссред школа. Наверное, воскресная средняя школа Каваки, учитель Сумито Огивара. Потерпел неудачу, пытаясь спасти друга от затемнения при помощи экзорцизма. Зашибись. Еще и экзорцизмом увлекается. Ты что, с нами не пойдешь, мать? Харуюки, берегись! Не, ну ты вообще умный. Я туда не заходила, он сам. В кучах мяса на полу могут скрываться щупальца. Если вы в них попадетесь, у вас повысится степень затемнения, и в конце концов вы умрете. Если вас схватит щупальца, как можно быстрее нажимайте кнопку «Принять» много раз подряд, чтобы вырваться. А какую? Я так и не очень... Видимо, поосторожнее надо быть. Лучше не наступать на этот участок пола. Хорошо. Я вообще не знаю, зачем ты на него наступил. Портретов на доской глаза светятся жутким светом. Да уж. Музыка от дьявола. А не от бога. Я убью тебя прямо сейчас, если получится. Убью тебя, убью. Ты ведь тоже слышала сейчас голоса? Ой, мама. Берегись! Ой, мама, ты живой? Чуть не прибила. Спасибо, Нива. Нива, сзади! Зашибись. Что за чертовщина в этой комнате творится? Это не только в этой комнате, а во всем здании, во всем измерении. Оно наполнено концентрированной злобой. Не похоже, что Саяка тут. Пошли. Да, не похоже. Я вообще не знаю, зачем вы сюда пришли. И как вы собираетесь отсюда уходить, если вас закрыли? Что? Саяка, ты в порядке? Слава богу, слава богу. Что ты такое говоришь, Харуюки? Это же не Саяка, это просто очередной труп. Слава богу, слава богу. О, нет. Харуюки? Я никого чужого тут не чувствую. Что значит? Дела плохи, Харуюки теряет разум. Такими темпами его постигнет затемнение. А что делать-то?
Это призрак умершего тут человека. Ты, может, мне поможешь? Если так пойдет и дальше, его разум затуманится, а тело станет чернее угля, и он умрет. Так ты знаешь про затемнение? Мой друг от него умер. Обыщи мое тело. Если он помолится статуэтке, он избежит этой участи. Спасибо. Мой друг не успел. Но у твоего еще есть время. Спасибо. Статуэтка, значит, должно быть это. Молись и кайся. Харуюки, возьмись за нее. И что, статуэтка исчезла? Больше у нас нет ее? Нива? Хвала небесам, ты снова в порядке. В этом измерении даже на первый взгляд обычные вещи могут быть исполнены злобой. Будьте осторожны. Хороший совет. Если мы так и будем осматривать трупы и общаться с призраками, то это не пройдет без серьезных последствий для нашей психики. Отныне лучше ничего не трогать лишний раз, без особой на то причины. Я не уверен, что хорошо тебя понял, но ладно. Так, ладно. Бежим отсюда. Я не хочу здесь оставаться. Только не говори мне, что тут встряли мы. Нет? Все хорошо? Так, пока выруби. Мы вроде никаких струн не видим, да? Пойдем сохранимся наверх. Так. Сохраняемся. Я начинаю думать, что сохраняться лучше на разные слоты, потому что главы пошли серьезные именно по школе. А значит, что мы вполне можем выйти на плохую концовку, если что-то где-то не доглядим. Что? Что это было? Там был... Я же светила. Ай... В чем дело, Нива? Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени. Видимо, просто разыгралось воображение. Все гоняешься за прибылью, даже здесь... Ай, когда ты совсем пропащая. Нахо? Это нахо? Ага. Я, видимо, не заметила, да? Ну, давай! Над полом натянута струна. Отлично, убирай. Струна была аккуратно обезврежена. Чего у меня по жизням? Ну, пока нормально вроде. А где затемнение посмотреть, интересно? Нахо, ты тут? Аика, поделись информацией. Нива, в чем дело? Разве ты не слышишь? Не слышу что? Да, серьезные дела. Аика. Аика. Или Айка. Может быть, все-таки Айка, а не Аика. Еще статуэтка. Здесь есть деревянная кукла, которая кажется наполнена святой силой. Лечить затемнение. А у меня оно есть? Оставь пока. В стеллаже собраны списки всех, кто когда-либо учился в этой школе. А как тут пройти? Никак, да? Или с другой стороны? Нужно обойти. На полках стеллажа хранятся учительские реестры за все годы работы школы. Что там? А, ты пролезть решила? Окей. Поднимись. Так, тут я ничего не прочитаю. Полки стеллажа забиты классными журналами. Так. Тут я не пройду. И не понимаю, зачем вообще тут этот проход нужен.
Может быть, все-таки тут что-то надо взять, а? Но я в этом не очень уверена. Ой, тут тоже эти. Ладно, давайте сходим в другую комнату. В какую-нибудь. Здесь нам пока делать нечего, да? Так, торопиться мы не будем. Ой, призрак. Мне показалось, что на полу кто-то стонет. Наверное, в этой куче мяса находится дух. Брось это, Нива, надо бежать. А куда? Куда бежать? Он же сейчас за нами погонится. Тут где-то был шкаф, но где? Здесь есть шкафчик, войди. Я не знаю, будет он сейчас за нами охотиться, нет? Да вроде нет никого. Так, давайте сохранимся, а? Ребят, я предлагаю на сегодня закончить, а продолжить в следующей серии. Пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анастасия. Всем удачи и всем пока.